Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. И сегодня мы опять в Дурмиторе, возле Черного озера. Платный паркинг. Вон впереди шлагбаум и будочка, в котором надо заплатить за проход к Черному озеру. 3 евро с человека. За нами, сзади. Дальше идет бесплатный паркинг. Ой, куча машин припаркована просто у дороги. А мы посмотрим, как в этом году, в 2021 году, выглядит бесплатный проход к Черному озеру. Для этого возле, перед будочкой сворачиваем на поселок Иван-До. Здесь вот объявление, куда можно пройти и сколько это займет. К Черному озеру 20 минут, к Змеиному озеру час, к озеру Яблон 2 часа, к Шкрышскому озеру 6 часов, Боботовку 5 часов. Автокемп Иван-До. Все экономят на паркинге, паркуются где и как получается. 2 евро экономии. Вход в национальный парк 3 евро. Вот табличка, что у нас тут начинается Иван-До. А мы пойдем дальше.
Ну вот мы и вышли к Черному озеру через лес. Вот карта, как выглядит озеро. Напоминаю, вход в национальный парк стоит 3 евро, поэтому рекомендую заплатить за свой вход, а пройтись уже через лес просто для красоты и удобства. Вот так выглядит в конце июля Черное озеро. Вода уже спала, кто видел мои видео июньские, за месяц вода довольно прилично спала, но еще вполне нормально. По уровню снега самую малость на горе Медведь, но кое-где в ложбинках видны еще остатки снега. Вон кто-то с сап-досками. Очень красиво и, повторюсь, рекомендую к посещению. Ну что ж, на этом все. Будьте здоровы. И до встречи в наших следующих видео и в Черногории. Всего доброго!